Мамочка Фрея. Котята подросли, а у кошечки появились новые приоритеты. Детки подросли в сельском мини-приюте Людмилы Чернецкой. И их мамочка, кошечка Фрея, окончательно от них отказалась. Пытаются выбежать на улицу всеми возможными и невозможными способами. Наверное, тут имеет место ревность ко всему тому, ведь козлик Боря взял в свои лучшие друзья ее любимого пса-малыша. И та то ли хочет новых знакомств и общения, то ли повертеть хвостиком перед новоспеченными друзьями. Боря ж еще ж тот известный похититель друзей. Хотела волонтер подождать и стерилизовать ее вместе при кастрации котят. Но, думаем, не дождемся этого момента. Все-таки время по котятам нужно выждать положенное. К тому времени кошка может опять загулять. И придется провести стерилизацию в ближайшее время. И, как всегда, нам очень пригодится ваша помощь. Пожалуйста, помогите. Нам очень нужна сейчас ваша поддержка, пока наша девочка опять не принесла нам неожиданный подарок. По сути, если я не ошибаюсь, больше нестерильных кошек у Людмилы Чернецкой нет. Ну и, соответственно, как подрастут котята, вот их сразу кастрируют. Собственно, по стерилкам у нас почти все, ну, на твердую пятерку.